Всем привет! Я очень рада снова снимать для вас видео, поэтому сегодня будет целых 12 разных образов, в основе которых будут 4 нейтральных базовых верха. То есть это будет что-то по принципу и формату прошлого видео с черным платьем. И погнали! Итак, такие вот, значит, 4 вещи у нас сегодня в основе. Первый — это простой базовый топ, который, думаю, у многих есть. Второе — очень универсальная матовая шелковая рубашка. Третий — уже более женственный вариант рубашки, блуза из гладкого шелка. И четвертое — что-то потеплее, а именно мой давний любимый свитер из ангоры. Все очень лаконичное, нейтральное, как видите. И сразу скажу, что образы сегодня будут очень разные по сезонности. От легких до зимних, потому что в таком формате видео я всегда делаю акцент именно на принципах сочетания. Итак, простой топ какого-нибудь нейтрального пастельного оттенка из любого наиболее приятного лично вам материала. У меня сегодня это нежнейший шелковый. Очень хороши подобные маленькие, тонкие, легкие вещицы, будь то топы или даже платье-комбинация, с чем-то вязаным. Причем, чем объемнее будет вязка и чем массивнее само изделие, тем более стильно и круто это может смотреться. Ну и, соответственно, уже так более по осенне-зимнему. У меня прям вот очень объемного подходящего ничего не нашлось, поэтому я взяла такой нейтральный кардиганчик. И также в качестве идеи очень советую вам попробовать сочетание подобных топов и платьев с пушистыми свитерами и кардиганами. Это вместе смотрится просто невероятно красиво, стильно, но при этом контрастно. Сочетание подобных топов с костюмами, и в частности с блейзерами, это, наверное, уже такая классика, которая всегда была с нами. Я думаю, что вы точно можете вспомнить сочетание подобных топов в бельевом стиле с такими аккуратными приталенными блейзерами. Плюс к ним часто еще в комплекте шли брюки немного расклешенные. Но, думаю, все хорошо представляют. На данный же период времени, вот чисто как я это чувствую, хочется чего-то уже более расслабленного. И в плане фасона костюма или блейзера, и в плане каких-то мелочей, в частности. Обратите внимание, мне здесь очень нравится деталь в виде вот таким образом повязанного пояса. И, кстати, я сюда подобрала два вида обуви, так и не смогла выбрать, какой мне больше нравится. В принципе, это зависит только от предпочтения, от желания, от ситуации. Также очень круто бы смотрелись лоуферы, например, или даже банально кроссовки, кеды, ботильоны. И также, как вариант, можно сверху еще накинуть пальто, например. Будет очень классный многослой. Третий образ мне очень нравится за такие явные контрасты. То есть здесь у нас мужская джинсовка, брюки а-ля штаны дедули. И из-под всего этого подглядывает кусочек девочки-девочки. Очень нежный, деликатный и женственный. Легкая рубашка оверсайз пастельного оттенка. У меня еще есть, кто меня смотрит, тоже шелковые, голубого и белого цветов. Хочу сказать, что белое очень капризное. Как раз таки вот эта белизна теряется мгновенно. Поэтому вот такой оттенок, который я выбрала на этот раз, мне кажется, гораздо более удобным и практичным. Итак, я взяла все тот же расслабленный блейзер, клетчатые штанцы. И получился у меня очень прикольный, как мне кажется, по оттенкам образ. В меру расслабленный, конечно же. Но при этом он, мне кажется, подошел бы и для какого-то нестрогого дресс-кода. И, например, для прогулки легко. Если же хочется чего-то поженственнее, можно добавить каблук, пусть даже небольшой. Образ с очень прикольной активной юбкой. У нее классные красивые пуговицы, золотистая нить. Что-то такое в стилистике Шанель. Ну и, соответственно, все остальное я выбрала лаконичное, простое. Ну вот разве что лоуферы у меня из всей этой истории еще как-то более-менее интересные. И, кстати, если бы это у меня была рубашка из гладкого блестящего шелка, то такой образ получился бы уже скорее нарядным, праздничным для какого-то случая больше. А очень возможно, что он бы просто получился too much. Вообще, вот если в образе, например, присутствуют сразу две какие-то крупные активные вещи, то нужно уже смотреть, чтобы вот не было перебора как раз. Такое комбо, как светлая легкая рубашка и джинса, это всегда очень удачный вариант. Но в данном случае у меня джинсовая юбка здесь. Также макси-тренч, туфельки Zara а-ля Шанель и какая-то более-менее интересная сумочка, не совсем уж простая. Мне кажется, это очень простое, но тем не менее визуально приятное сочетание. Блузы, рубашки из гладкого блестящего шелка. Это уже более женственный, роскошный, презентабельный вариант. Я, наверное, как правило, видела сочетание подобных вещей с юбками-карандаш, например, с костюмами, то есть с чем-то вот таким сильно женственным или, может быть, нарядным, или же, наоборот, офисным. Честно говоря, не совсем моя история, лично вот на мой вкус, как я это вижу. Поэтому вот три моих версии как вариант. Вот эта версия, как мне кажется, вполне себе офисная, подойдет, может быть, для каких-то встреч, мероприятий, там, где нужно как-то посерьезнее выглядеть, чуть построже. Я взяла здесь юбку плиссе, она кожаная, что дает нам контраст фактур. Но это, скажем так, уже чисто бонус, это не суть. Также я взяла свои любимые лоуферы, так как
лодочки, у меня здесь рука просто не поднялась взять. Мне кажется, это прям было бы совсем предсказуемо, и, может быть, даже формально слишком. Я захотела чего-то поинтереснее на плоском ходу. Плюс лоуферы в рамках делового стиля — это вообще отличная тема. Также клетчатое пальто здесь, потому что мне хотелось добавить какой-то принт все-таки. Если не пальто, то, например, это мог бы быть клетчатый блейзер вполне или что-то такое. Здесь хочу обратить ваше внимание на бомбическое, как мне кажется, сочетание гладкого, блестящего, струящегося шелка и грубой джинсы, особенно светлой. Мне как-то в этот образ даже добавлять особо ничего не хотелось. Настолько мне хотелось сделать акцент именно вот на этом чистом сочетании. Если добавить на шею пару тонких золотых подвесок, медальончиков, джинсы, например, заменить на шорты, то получится отличная летняя история. Повседневный вариант. Мне очень нравится, как с такой роскошной золотистой рубашкой смотрится гиперобъемная черная косуха на контрасте. В принципе, с этой же целью здесь использованы джинсы с небольшими дырками, потертостями. И можно еще сумку жесткой формы. Следующий герой — это аккуратный светлый джемпер без лишних деталей, в меру оверсайз. Тоже чистая база. Первый образ вполне себе зимний. Это мои любимые массивные ботинки, хорошие синие джинсы, дубленка. Все очень просто, но при этом удобно и актуально. Я считаю, что в повседневной жизни совсем не обязательно зачастую что-то мудрить. Второй образ — актуальный, уютный, чебурашкой. Чтобы все-таки добавить капельку женственности, собранности, мне сюда захотелось выбрать подфорты. Также этот образ хорош своей простотой, теплотой. Верхняя одежда здесь, соответственно, центральный элемент. И в этом образе у меня нейтральный мягкий свитер уравновешивает кожаный такой немножко агрессивный низ. У меня здесь сразу и юбка, и обувь такие. И, в принципе, как раз для большего контраста и равновесия здесь этот лиловый мягкий шарфик. Я его обожаю просто. И на сегодня у меня все. Большое спасибо тем, кто подписывается на канал, кто поддерживает видео лайками. Это очень мотивирует снимать дальше. И также дает мне понять, какие форматы вам нравятся. Все, всем до скорого!